I can move. Я не могу двигаться! Я не могу двигаться, блин! Мне еще 5 минут бегать на этой ебучей карте, сдать всех. Ну это пи***ц. Я ультра тильчусь из-за этого. Заебался уже. Ну я чела застопил. Двоих убил на халяву. Ебать, тащил только что соло. Skywalker через терпение. Я не терплю, я... Блять, нет, я уже когда-нибудь не могу. Я когда-нибудь уже совсем рехнусь, нахуй. Я вообще ни малейшего уважения не буду проявлять ни к одному своему тиммейту на фейсте. Но я стараюсь, блять, изо всех сил, пиздец. Поверьте мне. Я второй раз зашел на твой стрим, и ты так угарно горишь. Погас. Горе ПЖ, ты супер слабый кринжовый челик, микрочеп, угори. Ай, ладно. Меня чел кинул. Меня на фиолетовом кинул, просто посмотрите, где он. Он стоит со... Ну я ебал! Нет, все, я под музыку играть, всем пока. Стоит со мной, делает вид, что будет принимать. Подходит челы уже близко, он просто съебался, блядь. Да все, в пизду, я в тильте. У меня еще Лил Пип включился, все, пиздец. Не из гапа, блядь, я в гапе играю, блядь, я писал. Как давно? Мужик, я писал еще раньше тебя, блядь. Уверен? На фейсе зайди, глянь. Прям сейчас. Что? Блядь, окей, я альтабуюсь прям сейчас, мне похуй. Я прям сейчас альтабнулся. Мне поебать. Он раньше меня написал, ладно, блядь, ну, извиняюсь. Ну, блядь, иди. Он раньше написал, да мне поебать, мужик, ну это пиздец. Гостил я рам. Мид. Дед. А как? Вот куда он ставил? Куда я не в него стрелял? Куда я стрелял-то, блядь? Я же прям в него хуярил, нет? Что это? Я застрял. Я не могу двигаться, блядь. Я застрял. Hello? I can move. Я не могу двигаться! Я не могу двигаться, блядь! Что это нахуй? Что это, блядь? Вы хотите сказать, это нормально? Я в текстуре застрял, хуй. Нахуй я в это играю вообще, блядь? Бета-версия, я ее в рот ебал. Ну что за хуй? Battle Pass, каждый пятый левел дроп. Бесплатного кейса про. Давай сделай это, забери стены у гейба. Каждые полчаса происходит скинопад. Море халявы и дружеский чат. Самый оптимизированный сайт. Не тупи, бро, заходи быстрее сюда. КСВ, это КСВ. Это КСВ. 24 на 7. Бля, ну это пиздец, я в таком тите, как я должен в это поверить, в эту хуйню ебаную, после таких игр, блядь. Я как будто реально под дебафом просто играю. Ну я не верю в это, блядь. Я в это просто не верю. Ну или, блядь, не, ну я просто не... Я даже никогда не видел, чтобы там кто-то застревал, блядь. Как я вообще там застрять умудрился-то, нахуй? Я ни разу в жизни не видел, чтобы там кто-то застревал. Как я там второго не убил? Почему там не дабл килл, блядь? Почему там не дабл? У меня еще, блядь, музыка начинает, блядь, дроп музыки прям на тот момент, когда все начинают на меня идти, хуй. Can you pick something with your fucking hope? Мужик, ты дроп, чё ты несёшь, нахуй? Что ты несёшь? Меня чел с АВП смотрит. Мне его пикать, блять. Он ты меня прям смотрит. Что ты несешь, нахуй? Да ты что, кидай. Мужик, у тебя 2-2 тела, закрой вообще, не говори ничего мне, нахуй. Я не понимаю. Так я его не собирался даже попадать, блять. Его оттуда не дать нормально, нахуй. Потому что твой тиммейт идет просто по стене, ебаный. Пытается сдохнуть, я хуй знаю, что он хочет сделать. Нет, ты мне объясни за 8-го 4К, я просто не очень понимаю. Я еще не дорос. Я тебе только что сказал его оттуда не попасть, ну так а зачем ты кидаешь, что кидаешь? Потому что твой ебаный тиммейт идет по стене, я тебе уже объяснил. Чё ты несешь, да, блядь? А смог есть при чем? Ты идиот? Я нет, пытался...
Бля, все, закрой ебанку, у тебя в голове вообще пусто, блядь. Ну ты ебло утиное, ты не можешь объяснить по-русски, ты не, блядь, я тебе уже 3 раза сказал, почему я это сделал. Я кинул, потому что мой тиммейт был под спиной. Отлично, ну и чё, где объяснение-то? Иди на завод, нахуй, что ты несешь, блядь? Смог, потому что я пытался ему помочь, что-то сделать хотя бы, что-то сделать я пытался. Вот, вот, ну, это уже другое предложение. Надо... Я это и имел в виду, блядь, это объяснял, нахуй. Ну у тебя что, в голове вообще пусто, мужик? Да. Братик, когда научишься предложение составлять, тогда, может, пообщаешься. У меня не хватает образования, я первую начальную школу закончил, все, ушел со школы. Понимаешь, мне сложно разговаривать, пойми, нахуй. Особенно с человеком, у которого в башке просто нихуя нет, блядь. Охуеть. Не, это вообще адекватно? Кто так пикает, блядь? Я сколько на этом вертиго играю, сколько так стою, блядь. Меня никто не убивал, нахуй. Это чел префайрит, блядь. Гений игры, нахуй. А что он делал? Блядь, нет, это чел какой-то фрик ебаный. Вы прикиньте, он стоит... Просто стрейфится лево-право вот здесь. Лево-право, 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 лево-право. Ну, либо я хуй знает, когда он первый раз стрейфился, он заметил, как я уходил за стенку, бля, я не знаю. Я не понимаю, они что, блядь, попиздели на меня и все? Расплакались, Ой, сори. My bad. Расплакались и все, замутили или что, я не понимаю, блядь. Агат Гардиан. Окей, у нас чел там. Я просто не понимаю, чё чел пиздит? Буст. Нахуй. Он до конца стоит на бусте. Я просто в ахуе. Он реально получается. Потому что я мисаю все выстрелы, блядь. Пиздец. Ой, блядь. Чел такую хуйню делает, а я просто ему даю это сделать, потому что просто промахиваюсь всеми выстрелами, блядь. Тебя в мут кинули, да? Ну, если... Нет, они кинули бы в мут меня, но продолжали бы давать информацию. Они нашу всю команду в мут, походу, кинули, я не знаю. Очень разочаровались они. Фейсите сидят, наверное, там в ТС общаются, хуй знает. По кайфу им играть. 16-летний отброс, сын мертвой шалавы, заруинивший катку. Свинья... Байдящая, зато ты гранаты знаешь, а сделать нихуя не можешь. Сын говна. Russian dog. Bad player, dodge if you see this. Worst player I have ever seen. То есть у него 100% комментариев в профиле. Это то, что он долбоёб и лесный. Пишут ему в профиле. Интересно. Интересно, тиммейтик не попался. И они заебали, они гранаты под Б кидают и ничего не делают. Блять, нахуй. Без буквы К. Охуенно, я умер. Блять. Ну я ебал! Никто не пушил! Я смотрел, сука, 5 раундов, блять, этот подпуш ебаный. И именно в этом раунде он решил запушить. У него еще и клантек Станислан, блять. Станислан, блять. Ой, боже, ебучий Станислан. Иди нахуй. Ну, блять, я так и знал на самом деле. Я когда обычно говорю, то что сейчас показываю мув, происходит абсолютно все наоборот, блять. Ну всегда такая хуйня. Абсолютно всегда, блять. Вот, зацените. Бля, он стоит. Блять, я не понимаю, нахуй, ну ч. Пиздец, как так-то нахуй? Ну как он меня убивает, блять? Он даже меня не видит. Я его не вижу, хотя стреляю вроде по нему, не по нему, бля, вообще нихуя непонятно. Проебали. Он без армора еще, либо я ему голову на 30 хп дал, я хуй знает. Гора Шейген. Что? Я не понимаю. Его чел пушит с другой стороны. Ему кристально поебать. Он его не слышит, походу, блять. Он меня просто репикает.
Очевидно плюс очевидно, блядь. Какой еще... Блядь, какой еще я тайминг мог словить? И кто еще мог меня убить после этого тайминга? Конечно же, ебучий смурфик, блядь. Блядь, я хуею. Я хуею, блядь. Как же хуёво. Блядь, я просто не хочу существовать вообще на планете этой ебаной. Смысл существования моему. Я просто, блядь, существую. Я просто молекула ебаная во всем этом мире, нахуй. Меня ебут просто без шанса, блядь. Какие-то челы с никами Гриб ебаный, с ником... Ой, точнее, с аватаркой Смурфика, блядь. Причем, который полную хуйню делает. Да я все это в рот ебал, блядь. I smoke short. Get him. С чем вообще кайф играть в КС? Почему я получаешь игру, ну, когда соло играешь? Удовольствие только от одной игры, блядь, из 10. Нахуй играть в КС? Сейчас мне в смок ебут, еще вообще заебись будет. Behind. Ну это ебать тайминг, я ебал в рот его, блядь. Бля, это пиздец, я такие тайминги ловлю даже сейчас, но это... Они меня преследуют, блядь. Почему так-то, нахуй? Он сам с собой разговаривает. Ну а с кем мне разговаривать, блядь? Хедшот. А как? Он один, блядь. Он один ретейкает, охуеть. Он один ретейкает, заходит мне в рампу просто, блядь. Когда у меня чел за сэндбоксом и чел вот здесь, который, ну, не может его пропустить. Вот так вот, блядь. Странно, пиздец. Бля, может просто слить все эло, слить все игры, нахуй. Я хуй знает, я уже заебался, блядь. Что, блять? Охуеть. Смог вот за этой хуйней, он просто все ебло закрывает весь мой обзор, блять, я ничего не вижу.